Всем добрый день, с вами Алексей Митрофанов, и это обещанный видеоотзыв о турнире по вебинарам Инны Нефедовской. Итак, что же я получил после этого турнира? Во-первых, это победу, во-вторых, известность. То есть очень приятно, когда тебя узнают, тебя приглашают на конференции, не только выступать, но и проводить. А на данный момент у меня множество партнеров, причем много из них достаточно известных, которые предлагают мне свои продукты, взаимопиар, взаимопомощь, и которые хотят со мной партнериться только потому, что видят во мне потенциал. А потенциал у меня как раз раскрылся во время турнира. В-третьих, это сбор базы. На момент до турнира у меня была база в 100 человек, после турнира 2000 человек. То есть прибавление 1900 подписчиков — это очень нехилый результат. На данный момент я, собирая базы на других конференциях, уже собрал порядка 15 тысяч подписчиков, а это уже достаточно весомый вклад, достаточно весомый результат, с которого можно начинать реальный бизнес и зарабатывать немалые деньги. В-четвертых, что мне дал, это старт собственного тренинга, то есть на тот момент я его только готовил и готовился к проведению конференции как выпускному. Сейчас я уже провожу и тренинги, и личные коучинги, и групповые коучинги, то есть есть вся линейка продуктов, которая только возможна. Но опять же, не было бы турнира по вебинарам, неизвестно, где бы я сейчас был и были бы у меня тренинги. А вот сейчас, когда я вот рассказываю всем, что я недавно провел групповой тренинг по путешествиям и записи на 15 часов, люди просто смеются, говорят: а что же ты год назад говорил, что тебе нечего рассказывать по путешествиям? То есть вот таким вот образом у меня реальный старт собственного инфобизнеса, который может быть у любого начинающего. Просто для этого нужно желание. И просто нужно двигаться, двигаться к результату. Если бы я не двигался, то, соответственно, находился бы на одном и том же месте. И еще, что я вам рекомендую, в-пятых, перестать слушать вебинары всех спикеров. Я понимаю, что вы подбираете тех, кто вам нравится, тех, с кем вам нравится сотрудничать, но это пассивный режим, когда вы приходите, слушаете и покупаете тренинги. Активность – это когда вы заканчиваете все вот этот вот процесс, перестаете ходить на конференции и разрабатываете свой собственный продукт или проводите свои собственные конференции, марафоны, тренинги, можно и офлайн. То есть когда у вас есть собственный бизнес, вот это называется активный заработок денег. И я рекомендую всем, кто меня сейчас слушает, пройти вот такой вот турнир, выполнять все домашние задания, потому что, ну, если вы как бы будете откладывать, то эта хитрость, она ударит по вам. То есть, соответственно, нужно выполнять все, нужно делать это, стараться вовремя, разработать план, то есть отложить все на этот месяц и действительно сделать результат. Потом этот результат, то есть когда у вас появится резонанс от ваших выступлений, когда к вам будут обращаться, вот как сейчас обращаются эксперты и говорят, что мы вообще очень редко, а в последнее время это буквально единицы, там 2-3 человека, которые качественно могут представить спикера, представить именно его сущность, то, чем он обладает, то есть вот так, чтобы спикера слушали великолепно. И вот они мне выражают благодарность, что я вот их представлял, и что они смогли продать из-за этого чуть больше. То есть когда люди приходят на вебинар, они уже понимают, что будет выступать не простой спикер, а достаточно серьезный, достаточно продуманный, у него много своего интересного, но опять же, кроме как ведущего, это никто не может вам сказать.
То есть спикер сам себя представляет, когда это субъективизм. И люди, слушающие его, говорят, вот зачем себя представлять, не надо, мы тебя и сами узнаем. А когда это делает ведущий, то есть человек не заангажированный, человек не подкупный, потому что у него этих спикеров десятки, и, соответственно, он не может на всех распараллелиться. Вот тогда это несет максимальную ценность. То есть я рекомендую вам пойти вот такой вот турнир и наконец-то запустить и ваш тренинг, и ваши навыки ведущего. А возможно, вы захотите заниматься продюсированием, это третье направление. То есть я очень сильно благодарен Инне Нефедовской за то, что она мне дала вот этот вот быстрый старт. Ну, какой быстрый, то есть месяц. То есть она мне дала вот этот вот старт в инфобизнесе, благодаря которому я сейчас плаваю как рыба в воде. Достаточно известный спикер, эксперт. Меня приглашают на многие конференции. И это вот не субъективное такое вот восхваление, а это действительно правда. То есть я выступаю чуть ли не каждый день. Вот, иногда через день, потому что устаю и надо вести свои тренинги. И я думаю, что у вас все получится. То есть посмотрите на вот мой пример и делайте самостоятельно такие же результаты.